сегодня. Она узнала о его предательстве. Меня тоже муж в свое время обманывал. Почему тоже? Потому что ваш Кирилл Андреевич вас обманывает. Она еще попытается сохранить семью. Милый, ты тоже у меня прелесть, идеал. А потом попробует забыться, но безуспешно. Кстати, почему ты не познакомишь меня со своей лучшей подругой? Я ее что, персонально должна с каждым знакомить? Наталья Андрейченко и Игорь Костолевский в классической семейной драме «Прости». На телеканале «Новый мир».